Сегодня представляется для назначения на вышестоящую должность, включенная в кадровый реестр главы государства, 5 должностных лиц. Среди них Дишук Денис Игоревич на должность председателя Березинского районного исполнительного комитета. Панфилов Юрий Анатольевич представляется на вакантную должность главы администрации Октябрьского района города Витебска. Героев Алексей Михайлович представляется на должность главы администрации Железнодорожного района Витебска. Проверка изучения указанных кандидатов на должности проведены. Обстоятельств, препятствующих назначению, не установлено. Я понимаю, Алексей Михайлович уходит на его должность? Да. С Октябрьского заместителя уходит на Железнодорожный район. А вы наоборот? Но руководителя. Ну а какой смысл глава администрации этого района уходит на главу администрации Октябрьского района? Смысл в чем? В городе Витебске район железнодорожный самый маленький, небольшой район. Я знаю. Октябрьский район побольше и, соответственно, и участок более серьезный, и численность и людей проживающих, и организаций. То есть объем работы значительно выше. Значит, Игорь Петрович, возьмите на контроль его кандидатуру. И если Юрий Анатольевич согласится где-то работать в ближайшее время, значит, всего надо на эту работу привлечь. А работа-то одна и та же. Человек в самом зрелом возрасте для того, чтобы или его двигать, или отправлять на конкретную работу, чтобы он уже до пенсии дорабатывал там и так далее, хотя ему далеко. Ему далеко. Ну, понятно, поэтому если человек заслуживает, надо его продвигать на нормальные должности. Притом, если он еще и надежный человек, что немаловажно в наше время, ну так тем более. Поэтому, Юрий Анатольевич, будем очень пристально за вами наблюдать. Я это не скрываю. Я очень хорошо знаю Березино, я знаю Березинский район. Березинский район, это имеется в виду как бельмо на глазу. Как в народе говорят, бельмо на глазу. Там все видно. И я думаю, несмотря на то, что лесистость его немалая, все-таки он с точки зрения сельского хозяйства перспективный и может добавить в Минской области в плане сельского хозяйства. Поэтому я вас убедительно прошу серьезно отнестись к работе в этом районе и не думать, что он не имеет какого-то значения.